Я хочу искренне поблагодарить посольство России в Республике Таджикистан за содействие этих гастролей. И предоставляю слово господину послу, господину Абдулатипову. Ну, многие, наверное, подумали, что сейчас я буду играть на музыкальном инструменте. Но я прежде всего хочу поблагодарить Шахиди за то, что он организовывает такие встречи здесь. И второе, хочу поблагодарить Екатерину за то, что она приехала. И сегодня день музыки. Значит, мы вместе, потому что у нас общая музыка, у нас общие культурные корни, у нас общее духовное пространство. И независимо от того, что мы поставили на границах пограничников, таможенников, музыка этих преград не знает. И сегодня праздник музыки, российские музыки, таджикские музыки, потому что таджики имеют глубокие исторические традиции музыкальной культуры. И здесь всегда с большой любовью принимают и воспринимают российскую музыку. Поэтому я вас поздравляю с этим праздником. Я вас поздравляю с тем, что перед вами играет сегодня прекрасный музыкант. И я вас поздравляю с тем, что перед вами играет сегодня очень красивая женщина. Всех вам благ. Суфи и Будда. Это посвящение Валерии Шкарупе. И вторая пьеса – это «Игра в нарды», посвящение Екатерине Мечетиной. Thank you.
игра в нарды специально написана для Екатерины Мечетиной, для записи нового диска, который мы недавно записали в Москве. И сегодня первое публичное исполнение для вас.